В Тобольске готовятся к благоустройству городских кладбищ. Сейчас в ведении муниципалитета 6 мест захоронения и впереди масштабная работа. Их приведут в надлежащий вид. Особое внимание уделяется завальному кладбищу, ведь это место – объект культурного наследия. Подробнее в материале наших коллег. Завальное кладбище – старейший некрополь Тобольска, объект культурного наследия. Здесь похоронены 13 прославленных людей региона, среди которых Петр Ершов, отец и сестра Дмитрия Менделеева. Со временем могилы здесь не только обветшали, но и неоднократно подвергались нападкам вандалов. Например, вот на могиле одного из декабристов был сбит крест лет 10 назад. Прихожане собрали деньги, и вот асбестовый теперь уже над крест мы можем увидеть на этой как раз на могиле. Хотелось бы, чтобы вернуть как раз на чугунное изображение креста. Сейчас готовят документы для предстоящих реставрационных работ. Кладбище не работает с 2013 года. Исключение делают для семейных захоронений. Пройти на территорию теперь можно только по пропускам в определенное время. Скоро установят камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Понятно, что теперь это, если это объект культурного наследия, то понятно, его нужно совершенно по-другому и оберегать, и охранять. Поэтому, ну, то, что там проходной двор был, конечно, такого режима больше не будет. Планируется масштабная инвентаризация. Каждую могилу сфотографируют, архивные данные цифруют и внесут в электронную базу. Неопознанные могилы будут признаны бесхозными в судебном порядке. А пока подрядчики обрезают сухостойные деревья и убирают мусор. Уже вывезено порядка 900 кубов. Евгений Сеземов, Анастасия Терехова, Ярослав Прохоров, Михаил Куричко, Тюменская служба новостей.